Доброе утро, дорогой Первоуральск. Пятница прекрасная и такая долгожданная. Соглашусь с тобой, Степа. Эта рабочая неделя, несмотря на то, что она была короткой, выдалась для многих очень тяжелой. Наши организмы просто требуют отдыха. Ну, самое главное, нам нужно всем набраться сил, чтобы пережить этот день на работе и отправиться на заслуженные выходные. Я уверен, что у наших телезрителей это с легкостью получится сделать. Да, друзья, а чтобы узнать, где жители Первоуральска любят проводить время, отправимся в город и все разузнаем. Смотрим сюжет. Где свободное время любите проводить в Первоуральске? На своей даче. Ой, классно. А в Первоуральске? Да. Ну, вот здесь нравится, у пруда нравится. А вот у себя дома люблю. Ну, в основном на природе. Дача у вас? Ну, допустим. Каждые выходные там бываете? Ну нет, иногда разъезжаем в гости по родственникам. Люблю гулять, люблю на природе. Очень приятный город. Я сама не из Первоуральска, да. Из Дегтярска приезжаю на выходные к дочери. Нравится вам здесь? Очень нравится. Красиво? Очень красиво, очень чисто. Свободное время свое как обычно проводите? Дома. В Екатеринбурге в основном в кафешках, в Первоуральске. Ну, на прогулках. Сейчас хорошая погода. Территорий много в Первоуральске. Ваша любимая это какая? Площадь, я смотрю. Ну да. Любуемся. Первый раз здесь, да. На самом деле, в городе. Сами из Краснодара. Ого. У вас в гостях. У вас тоже были. Классный город. Да. Ну да, работа, дача. Да. Дача далеко у вас находится? В Белимбае. Угу. Рассаду садите? Да. Картошку? Все садим. Все понемножку. Ну, в парке нравится гулять. Да? Угу. На площади у фонтана. Ну, обычно в парке культуры. Нравится вам? Да. На каруселях, наверное, катаюсь? Нет, просто прогуливаюсь. Вот. Ну, также на площади нравится время проводить. И на береговой возле ИКЦ. Да, на проспекте Ильича, ну, бывает еще на набережной. В топ-листе, да, в вашем? Да. Ну, третье место – это парк. Ну, на велике мы любим в Первоуральске. Так, а где обычно катаетесь? По городу.